В Самойловском районе уничтожат более 1500 свиней. У 3 особей в селе Криуша обнаружили вирус африканской чумы. Известно, что все зараженные животные принадлежали жителям частного сектора. В предварительной информации принято решение об отчуждении более чем 1500 голов в карантинной зоне. Напомним, в июле также были отмечены вспышки чумы свиней в Аткарском районе, а еще более серьезная ситуация наблюдалась в нескольких селах Лосогорского района. Там было принято решение об отстреле кабанов, а также о ликвидации почти 1000 свиней в подворьях. При этом в 11 районах области проводились отстрелы диких кабанов, чтобы не допустить распространения чумы.